обычные граждане России, средний класс, чуть ниже, чуть выше. И пропорция мужчины и женщины приблизительно одинаковые. Никакой мест специальной, молодежи много. Но мы не тащим молодежь за волосы и не отодвигаем по гендерному признаку никого. В том числе и по национальному. У нас жесткие требования к кандидатам. Никакой связи с бизнесом, никакой судимости, значит, никакого имущества и счетов за рубежом, никакого фальшивого диплома. Мы все проверяем. В России появится общество русской словесности. Его возглавит представитель РПЦ Кирилл. Об этом